Добрый день, друзья! Сегодня мы приехали в Бори Касан. Сейчас покажем, что можно найти там внутри. Поехали! В Бори Касле есть две парковочки. Одна сразу возле замка на 10 фунтов стоит, а другая минут 5 пешочком идти, она будет за 6. Так что паркуемся за 6 и экономим 4 фунта. Что, ребятки, билетик? All done. Just scan them there, yeah? Yeah. Oh. Ну что, ребятки, вот и замок. Довольно большой. Пошли на экскурсию, да? Ну что, ребятки, вот вам карта, что здесь можно поделать. Много всего. Где мы здесь? Ой. Да, мы где-то, мы только зашли. Значит, мы где-то здесь. Тут есть лабиринт. Что, пойдем в лабиринт? Давайте посмотрим, что у нас тут есть. То есть у кого детишки. Здесь вон, смотрите. Бегай, прыгай, блин. Куча всего. Классно. Так, пойдем дальше. Так что букаем тикетсы и едем. Это не так дорого. На двоих 36 фунтов получается вместе с данженом. Плюс парковка 6. От Лондона полтора часа ехать, так что все возможно. Кто любит лабиринты? Все любят лабиринты. Так что идем. Видали какой? Вот так вот в железяке такой ходить и шуметь. Что, ребятки, вот так вот раньше люди жили. Красиво. Ну, некоторые красивые. Ну, сейчас тоже люди красивые живут, так сказать. Да? Что, вот ребята, вот. Вот такие вот столы раньше были. Так сказать, кушать не хочу. Представляем? Закушайся. Как живые? Ну. Ну почти все живо. Знаешь, прям два напугали.
200 years saw the castle undergo huge transformations. Посетили башню времени, очень советуем, там вся история про замок, как, куда, что и кто. Советую. Вниз идем в следующую часть замка идем. Тут такое деревце нифиговое. Свежий воздух, погулять хорошо. С вами наблюдаем африканского, если дословно перевести, что написано, то здесь написано африканский рыбный орел, рыбный, fish eagle. Короче, ребята, это наш русский орел, кто видел, идем дальше. А вот этот американский орел Северной Америки. Смотрите, какой здоровый, да?
вверху. Что, ребят, у нас там вверху лестница очень длинная, да? Приготовьтесь. Давайте вниз и в следующую башню. Ну что, ребята, вот мы и погуляли. Ссылочки на билетики, где можно купить, в описании. Мы сейчас идем в подземелье, а там, увы, снимать нельзя. Поэтому на сегодня все. Очередь в подземелье. И если вы букаете тикетсы, то лучше брать сразу с подземельем, так дешевле. Вот так вот. Так что всем пока. До следующей встречи.